Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Realme 9, и сейчас я покажу вам, как включить уровень заряда батареи в процентах. Итак, для этого мы переходим в настройки, далее мы проходим в раздел уведомлений строка состояния, выбираем строка состояния и выбираем уровень заряда батареи. Далее мы можем выбрать проценты внутри значка или снаружи значка батареи. Нажимаю снаружи, и на этом все. Спасибо за просмотр и ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.